Я иду на войну, то есть на смерть, во имя вашей жизни. Больше всего я люблю жизнь, но больше жизни я люблю вас, Аня и мальчики. Леня, мой старший сын и заместитель, тебя зовут, как и меня, значит, ты это я, когда меня уже не будет. Ах, Леня, как мне нужно было тебе много сказать в жизни. Геня, мой младший сын и помощник, я оставляю тебя совсем маленького. Ты даже не запомнишь лица и голоса своего отца. Но наша мама расскажет тебе про твоего папку, как он жил, работал и боролся за лучшую жизнь. Учитесь хорошо, помогайте маме, слушайте старших. Вырастайте здоровыми и сильными. Пусть моя кровь стучит в ваши маленькие сердца. И пусть последний фашистский солдат почувствует вашу страшную месть, когда вы вырастете. Пройдут десятилетия, могилы врагов зарастут бурьяном, а нам, защитникам, свободная Родина поставит памятник победы. Смотрите на него и вспоминайте меня, вашего отца. Боритесь за лучшую жизнь. Если вашему любимому отечеству станет угрожать враг, будьте достойны меня, вашего отца. Целую вас крепко на всю жизнь, крепко. Ваш отец, лейтенант Леонид Алексеевич Тарасенко. Декабрь 1943 года.